Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Saints Row Get Out of Hell. Собственно, я не помню, на чем мы закончили. По-моему, мы спасали кого-то, но где-то этой миссии нету. Я помню, что я начинал выполнять именно вот эту миссию. Nice chair. I just told it has guns. I'm in. Дюкс. Да нафига мне замедляться? Nice. Alright, where's the chair? I don't know. Oh, for fuck's sake, Dane. Look, I got you this far. Just search the rooftops, okay? А ну, давай, умирать. Keep talking, bitch. How can this be? Кто? Кто? Get the fuck out of here. When I arrived to hell, my reputation preceded me, and Satan was quick to court my aid. He promised me a new body, a fiefdom, and a castle in exchange for loyalty. I happily agreed. I trained his army, maintained the peace, and ferreted out Satan's enemies. But all of my loyalty meant nothing when I committed the unforgivable sin of failure. Ты сделал что-то непростительное. Ты подвёл его. Интересно, как? Что-то не вполне понимаю, что тут происходит и почему все горит. Ну ладно. Найдите место для релаксации. Это не подойдет? Ну этот парень вроде релаксирует. Неплохо, нет? Ну давайте рассуждать здраво. Сверху вряд ли что-то есть. Поэтому, скорее всего, это что-то снизу. Это похоже на место для релаксации. Счет не особо. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 5. On Hoarding Sins. Some of the more frugal of the damned take all their worldly possessions with them when they travel, fearful of leaving things behind where they can be taken. Naturally, I've made it incredibly easy for you to spot those individuals, so you may mug them and capture the sins for yourself. Без понятия, что нам надо сделать? Got a touchdown. Yeah! Ну, попробую еще пролететься. Это явно не здесь. Nice. Ну, в принципе, задумка ж неплохая. Что-то могло быть где-то здесь. Чё ты подгорать начинаешь? Прекрати.
без понятия. Наверное, это было крайне очевидно. Ну, ладно. Life is good. Это место для отдыха? Серьезно? Мимо. Я не попал. Ой. Maybe I should pick up another hobby outside. One more for the collection. Ты умрешь вообще, нет? Нет, это кресло, оно однозначно прикольное. Он нас слабо дамажит. У него даже место для релаксации в таком плане. А, я понял, это у меня вместо, получается, штурмовой винтовки. Send my regards to your boss. Не дурно. О, кстати, я уже давно хотел поменять, собственно, оружие. Почему бы это не сделать? Ой, а это что за значок такой? Ладно, потом. One day I'm gonna catch that fucking ghost bus. Ghost bus? Что за ghost bus? Призрачный автобус, он сказал. На что это значит? Непонятно. Меняем вот это вот на диглы. Ни хрена себе у меня там бабла. Давай взрывные патроны. Ну почему урон не прокачать? Боеприпасы. То есть кресло это мой новый ствол, я так понял, да? В принципе, неплохо. Но мне бы не помешало улучшение. Восстановление для начала. Хорошо. Боеприпас винтовка, боеприпасы пистолет. О, блин, вот шо-шо, вот это надо было прокачать. Ладно, уже не важно.
И тихим ходом мы приближаемся, кстати, к стане. You think I'm scared of you? Так, а какую бы миссию взять? Жалко, что та миссия на спасение скипнулась. Да, верность ему же. А, вот он. Не, все нормально. Все тоже все там же. Просто мы ее как бы немножко отсрочили, получается. Ну погнали. Двойняшки, я так думаю, это самое сложное, потому что, ну там. Полный капец. Я даже знаю, что за оружие я буду использовать. Вот чё она не стреляла, когда... You hurt my sister, so help me! I'm coming, Kiki. You can't make me beg. That lady's tougher than she looks. And it's tough. А чё я не могу спринтить? А, ну в принципе да, предсказуемо. Чёрт. Как же они меня карают, а? You hurt my sister, so help me! I'm coming, Kiki. You can't make me beg. That lady's tougher than she looks. In the name of the Dark Father. На какого ж хрена? The Legion rises. Calamity comes. Who is my foe? The Legion rises. Да как так-то? Ох ты, чё, да чё вас так много, да? О, блин, класс, супер. Я не понимаю, как их спасать. Блин, ну конечно. Чё, удивляюсь-то. Вот только как их пробить? Я не вижу их ХП, вот в чем проблема. Ну давай, догоняй меня. Они же выпрыгнут. Ну конечно же, они выпрыгнут. А вообще сваливать отсюда, чтобы они отстали. Их надо быстро
отстрелять этих мудаков, потому что другого варианта я банально не вижу. Если их быстро не отстрелять, то вот будет вот такая вот байда, они будут спавниться и спавниться. Вы серьезно? Ну ладно. Yeah. Что-то пока даже не знаю, что с ними делать. Вот. Честно. Такой же бред. Спавнят их бесконечно. Вот как их убивать, это вообще. Сука, может их сверху расстрелять или чё? Ну те ж мудаки, они все равно за мной охотятся. Где этот снайпер? Да, отсюда я их вижу, но я не попаду. Есть, есть. Перезарядка. Раз, два. Непонятно. Попал или не попал? Сколько их там? По-моему, их становится меньше. These barons aren't going to cleanse themselves. Little help, if you please. Ё-моё. This reminds me of that one time I killed a lot of people. Он выдерживает только одно. Так. Патронов мало. Сука, как же они вместе летают. Попал? Ну должен был же попасть. Хватит спамнить всякую херню. Ладно. На этот может целиться только прямо. Это нам не подходит. Только снайперка, чё? 3, 5. Все равно их 5.
3 патрона мне не хватит. Ты уже задолбал. В принципе, место неплохое для того, чтобы отстрелять. Но их же меньше не становится. Не-не-не, это глупость. Блин, ребята, я хрен его знает, как это проходится правильно. Вот честно, вот вам крест, но, блядь. Фу, неужели? Kill all those motherfuckers. Фу, блядь. Don't worry. Thanks. Listen. About the syndicate trying to kill you. Eh, don't worry about it. Besides, I'm still alive. You died on Earth. I figure that's a wash. Makes sense. I can do this all day. Фу, блин, это было так напряженно. Эти сраные призыватели, они кружат это О, господи. Ну я справился, ладно. Блин, основная тактика, да никакой тактики, тупо кружишься, сбиваешь им щиты топотом, и все, в общем-то. Сбиваешь щиты топотом и стреляешь. Баста. Вся тактика, ну блин, эти потные ребята, мне здоровья реально не хватало, я убегал пару раз. Но тем не менее, я жив. Вы справились. О, господи. Блин, я где-то минут 15, наверное, потратил на то, чтобы понять, что с ними все-таки делать надо. Ой, иди в жопу, ты меня не догонишь все равно. Ну, я думаю, на этом все. Сейчас спасем еще Влада. Надеюсь, там не будет такого геморроя. Потому что это реальный геморрой. Понапризывать этих мразей. Ну, вот три штуки. Три штуки это, в принципе, несложно. По идее, должно быть. Да, и силу надо поставить эту же. So I can mount these ingrates around my castle. My pleasure. Хереть можно. Чё это за хрень? А я не могу юзать свою силу. Охереть. Класс, заебись. Тут вас двое теперь, да? Ну ладно. Ой, что я, блин, сделал? Этот есть. Так, с этого не слетел покров. Этот есть. В этого стрелять бесполезно. Опять ты. Ну ладно. Где он?
Где тот, который кидает с этими гранатами дебильными? Ладно, это уже не важно, я думаю. Но я все равно юзать ее не могу, что самое интересное. Вставай. There is much work to do. You're telling me. Фу, блять. Как же это было потно-то, а? Так, что у нас? О, мы почти уже добрались к сатане, собственно. Экспресс-курс. Погнали. Nice. Yeah. А, это обучение. Как я его не прошел? This inferno to teach you about the power I have granted you. Ладно. Cold fire is an aura, which means you must activate the power and get close to an enemy before they will feel the cold embrace of the Stygian flame. Try it against these demons. Well done, my friend. Now here comes a dark inciter. Use your aura, then get close to him to take down his shield. You've done it. Doesn't it feel good to watch an enemy burn? Такое себе. Хотя я думаю, если его прокачать, то она будет выжигать вообще все в округе. Ну, кроме вот этих вот бессмертных демонов, которые за мной гонялись. Ох. Я, кстати, уверен, что они бессмертны. На 100%. Потому что я пробовал их убивать по-разному. Так, улучшение, что есть? Способности. Там мне показалось, или звук залагал? Что-то игры из серии Saints Row, особенно последние, они как-то странно работают. Давай магнит прокачаем. Эту херню. А, ну да, я же еще хотел оружие. Рукопашный бой. Ну, думаю, все. 39 косых. Но оно мне не нужно. У меня тут 40 штук их есть. Пока не знаю даже, куда их прокачать. Восстановление выносливости. Ну, давай. Тут уже все будет прокачано абсолютно. Суперспринт. Неограниченный бег на 20 уровне. Вообще можно будет гасать сколько угодно. Даже не знаю, что покачать. Давайте топот все-таки. Расстояние. Есть что-то дешевое? Вряд ли.
Так, ну давайте посмотрим, что еще за задание есть. Этим только верность осталась. А по карте что? Шпиль. Тут какая-то херня. Спасти проклятых. Не знаю, можно вот это вот доделать, в принципе, тут будет 100% тогда. Островок. Так, ты еще что такое? You hate me working for Altor? The fuck you think you're doing? Ой, пардон, я его сбил. Опять сбил. Да что ж такое? No one betrays the saints. Ладно, погнали. Хер бы с ним, с этим Дексом. Вообще не знаю, кто это. Может, это отсылка ко второй игре, может, даже к первой. I gotta get this someplace safe. Я придумал. Too easy. You didn't need this, did you? Хорошо. Теперь осталось только вот это. Yeah. Да быстрее ты. На, еще одна. Нет, это плохо работает на него. That doesn't get old. I just become Zeusu. I can do this all day. Go! Так, ну еще одна миссия, последняя на этом острове. Давай, начинай, я уже умею. А, не попал. Давай, давай, давай. Things are starting to look up. Успел. Но этого не успею. Не успел. God, this feels good. Да быстрее ты, ну. Тут как-то сложно, знаете ли. Хорошо, ну бронза есть. Gotcha. Sorry. Не успел.
Johnny Gat, Soul Saver. Woo! Gotcha. Say hi to the big guy for me. Ну, не успел, конечно же, но у меня уже золото, поэтому все. Big guy for me. Хорошо. Это было изи. Блин, если там какую-то финальную сатанинскую миссию придумали, свращён. Чё нам такое? Blackbeard was pleased. While some would call Dominion of the Barons a small prize, to Blackbeard it was exactly what he needed. An out-of-the-way place to hoard his treasure and live like a bandit king. Ну и норм, чё. Я там просто книжку хотел взять. Да, именно вот эту. I don't know who placed those glyphs that lead to treasure. Nor do I care. The chase is all that matters. Some may question why I would bother revealing the location of missing treasure when I could find it myself. But the answer is simple. Что там еще есть? Инфернальная пустошь, чтобы снова солнце в мире покой. Но я же это сделал. Ну давай. Competition. With no one else looking for the treasure, there is no incentive for me to find it over robbing other demons. Without another race to find the prize, those chests just sit there dormant. And treasure is meant to be found. The Barrens is the perfect staging grounds for all manner of operations against Satan. But first, we have to secure it. Так а я что сделал? Ну аж безопасно. Все полностью, 100%. Пустоши наши. Нет? Well done, matey! Now to fix the damage those blasted imps did to my ship! Ah, вон оно как. То есть все, теперь мы порешали все вопросы с бородой. Ну давай, еще 100 этих кусков уже, ладно. И не хватит, черт. На перезарядку. Взрыв. Да, давай, наверное, взрыв покачаем. Зарядка. Область действия. Область действия. Тут же всю силу можно выкачать. Благо кластеров этих полным-полно. Наносит больше урона всем врагам, которые были превращены в камень.
Эффект окаменения дольше действует на врагов. Хорошо. Вот так мы весь элемент и прокачали, по сути. Сюда уже, чтобы вкинуть, чтобы лишних очков не было. Хотя этих бесов так и не вызывал. Ни разу, по-моему. О, стана. Еще чуть-чуть, и все будет. Давайте посмотрим, куда можно сходить, чтобы, собственно, вступить в неравный бой с сатаной. Вот сюда. Это самоубийство, мне кажется. Хотя почему? Почему самоубийство-то? Эта игра только и состоит из таких миссий. Поэтому погнали. Я не думаю, что может быть что-то сложнее, чем вот та миссия, блин, с этими, с близняшками. Которая была сущим адом. Но все-таки идея с крыльями, она охеренна. Come on out so I can put a bullet in your fucking face. Сейчас я найду какой-то местечко. Вот типа такого. Ох, она призывал тут этого говна. Подожди, я ж тебе в голову попал. Да умирайте уже, ну. Откуда, откуда они призываются? Как ты это сделал? Let's play. Давай, давай, давай. Они спавнятся. То есть сами призыватели спавнятся. Вот это паршиво. Ну давай. Это предпоследний, четвертый. Ha 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 ha!
меня тут еще один заряд есть. На щит принял, наверное. Промазал. Изи. Надо почаще камень теперь использовать, ибо он прокачан на максимум. Go to hell. Так мы и так в аду, чувак. Well, okay. That one worked out better in my head. Ну вот именно. Что-то ты перебрал, Джонни. Слишком много убийств в последнее время. Даже в Стилпорте, наверное, такого не было. Хотя нет, я не помню, как первый город назывался. Вот там было море крови, действительно. Что Китайос, что остальных. Так. Ну, уже почти. А, подожди, так это все? А, не, вот еще одна есть. Погнали. Надо бы купить патронов. Где тут этот ларёк? Затаримся по полной. Винтовка, кстати, классная, но что-то как-то слабо дамажит. А качать ее что-то денег... Ну, не особо хочется тратить. Хотя давайте посмотрим, что. Если вы убиваете врага из этого оружия, вы получаете дополнительную расплату. Я лучше тебя еще урона прокачаю. This feels good. Well, looky here. Быстрее ты, ну. Медленный такой. Ну, кстати, вот эти вот реки лавы, это забавно. Похоже на план Обливион. Также глаза репит. I will fucking end you. Ага. Вон оно чё. Даже не знаю, чем тебя прикончить. Хотя чё тут думать? А, не-не-не, не прокатит. Чего вас так много? А, ты понаспавнил. Так давай мы тебя это... упокоим. Как выжил? Это есть. Попал. Вроде попал.
Да ё-моё! Вот это... Так ты сдохни! Что-то забесил ты меня. Ты психанул. Так, еще один. Я думаю, это последняя капля. Сатана больше не выдержит. Блядь. Не, я знаю, надо брать винтовку. Ты мразь. Это все. Даже не противник. I heard from Jezebel. She's ready to sneak you in. I knew she'd come through. I'll be right there. Ну и здорово. Jezebel's plan worked flawlessly, and when the time was right, she made her way to the bowels of the palace. But while she successfully managed to breach the castle walls to let Johnny in, she did not go unnoticed. Put that toy down, Mr. Gat. And why would I do that? Oh, because if you don't, I'll break Jezebel's beautiful neck. She's your daughter. I'll say something kind at her funeral. Drop it. Ладно. I knew it. It's you. It's always been you. Wait, what you talking about? You love her. I really don't. You love her! Johnny, my boy! I misjudged you! Seriously? You've shown loyalty by walking into hell. You've shown cunning by robbing me. You've shown brutality by killing my generals. And now you're willing to sacrifice yourself for my daughter. You're the man who should be my son. Ёб твою мать. Defiant to the end. Now listen, boy. You've proven your spirit, but don't presume to push me further. Let him go. Not now, Jesse.
The men are talking. Dad, let him go. Look how you inspire her. She wants to kill me. You bring out the best in her. I'll offer you a deal, Mr. Gat. Marry my daughter, and I'll allow your companion to leave with the president's soul. It's your choice. You know where to find me. Ясно. The president's soul was within Johnny's grasp. All he had to do was marry Satan's daughter. Johnny Gat. Не знаю, она мне нравится. Да и Гетто, я думаю, она не безразлична. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, сегодня же я и допройду его. Ну, то есть, серию вы увидите по графику, а сегодня я допройду, собственно, игру. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, до новых видео, и всем пока!